не знал ничего о футболе. Он бегал по полю, ловил мотылька, а я свой азарт выпускаю на волю. Сегодня играют «Зенит» «ЦСКА». Ношу я шарфик день деньской, зимой и летом день деньской. На стадионе он со мной, кричу порвем заразу. А после матча вижу конь, из «ЦСКА» здоровый конь. В лицо мне метит рыжий конь, стою с лиловым глазом. Я шляпу свою никогда не снимаю, и даже во вдох, когда еду домой. Но как-то глаза мне закрыло полями, я сзади влетел в чей-то мерин крутой. Сижу в машине сам не свой, от шока просто никакой. И мерз, как видно, дорогой. Не рассчитаться сразу. Из Мерина выходит конь, из ЦСКА все тот же конь. В лицо мне дышит рыжий конь, я вновь с лиловым глазом. Стоп, ребят. Да вы что? Что за вздор? Что за вздор? Тысяча чертей. Вы что, полагаете, что я вот так могу разбираться с любимыми друзьями из других команд, с болельщиками? А что вам не нравится? Никогда в жизни. Михаил Семенович, это же передача просто снимается, ну, как бы пародийная. Ну, поймите правильно. Ну, не ругайтесь, мы не хотели. Вы разжигаете вражду между болельщиками. Это не дипломатично, только... Взаимное уважение и дипломатия могут создать чудесную атмосферу на стадионе. Позвольте мне высказать свою версию. Ну что же, Михаил Боярский, собственной персоной. Зенитовской формой гордиться мы можем. Старыгин и Смехов, Смирницкий и я. И наши одежды по цвету похожи, и все мушкетеры с «Зенитом» друзья. Мы загуляли до утра, и пели все пара-пара. Каналья конь настиг меня, с ручищей как копыта. Всех воскликнул я, и вмиг стал конь из ЦСКА. Взять синий шарфик у меня болельщикам «Зенита». Вот так побеждает дипломатия и дружба.